Всем хаюшки, ребятушки. С вами, как всегда, Юрий Кот. Мы продолжаем играть в игру Шенс Нок-Нок. Мне очень нравится в ней рисовка. Мне очень нравится, что в ней происходит. Если вы хотите больше подобных игр, вы знаете, что делать. В последнее время вы, наверное, обратили внимание, что видосики регулярно выпускаются по 2, по 3, без пропусков. Поэтому я надеюсь, что вы этому рады. И, собственно говоря, приятного просмотра. Давайте продолжим. Такс. Монстр. Монстр над нашим домом просто завис, и теперь нужно что-то делать, естественно. Ну, давайте пытаться как-то это все... Как-то попытаемся здесь выжить. Все меньше дней до конца. Хорошо, я тебя услышал. Так, снова стук в дверь. Слушайте, я никак не могу к нему привыкнуть. Это очень-очень странно, не знаю. Но звук действительно поражает, он такой натуральный. Такое чувство, будто кто-то находится совершенно рядом со мной. Кто-то все время таращится на меня снаружи. Что тебе от меня нужно? А разве со мной что-то не так? Не знаю, дружище, но я надеюсь, что еще ночку мы с тобой проживем. Пару, наверное, вряд ли, но одну, как минимум, нужно. Я тебя вижу, ты кто такой? Кого он видит? Такс. Хорошо. Помоги мне. Он, наверное, к нам обращается, я так понимаю, да? Но, чувак, я вообще не до конца понимаю, что здесь происходит в этой игре. Но давай попробуем. Мы поможем тебе выжить. Я надеюсь, что все получится. Выходи, пора. Хорошо. Так, здесь выключаемся. Давайте спускаться вниз. Хорошо. Так, ну слушайте, здесь нужно просто выйти, не обязательно, видимо, включать все вот эти вот лампочки, не обязательно здесь что-то делать, нужно просто проходить дальше. Он потерял меня, когда я был совсем маленьким. Потом он тоже повредился рассудком. Он перестал меня видеть. Включай. Видите, ребят, время остановилось. Мы сейчас находимся в доме, нам нужно выходить на улицу, и только там будет происходить какая-то жесть. Надеюсь, что у нас с вами все получится. Я очень на это надеюсь. Так. Тихо. Давай. Там внизу кто-то шастает уже, ребят. Включайся быстрее. Может еще раз проверить, надежно ли заперт выход? Да, чувак, мы с тобой обязательно это проверим, когда подойдем к этим часикам. Так, туда я дальше пройти не могу. Выключим свет, спустимся. Тихо. Уходим отсюда, ребят. Ай, да ладно! Уходим вообще отсюда. Слушайте, очень вовремя все это произошло. Так, я в принципе вижу молнию. Я так понимаю, что вот этим вот чувакам, которые здесь будут нам встречаться, с ними нельзя контактировать. Нам нужно искать девочку. И мне кто-то написал, что мы не сможем пройти на хорошую концовку, ребят. Но я, в общем-то, не стремлюсь. Вы знаете, я не хочу перечитывать миллионы, тонны каких-то гайдов для того, чтобы понимать, как проходится игрушка. Почему? Потому что мне кажется, что игры должны быть все-таки как-то, ну, логичными быть. Мы должны сами понимать, что здесь происходит. И у нас сейчас растут вот эти вот штуки по краям. Я надеюсь, что я все-таки сейчас найду какой-нибудь дом. Или у нас не выйдет. Но я надеюсь, что выйдет.
Так вот, если ты будешь читать, что происходит в игре, и эту игру потом проходить, это уже не будет тем самым атмосферным прохождением. Ребят, тут мы будем с вами, ну, пересказывать, что ли, да, чужое описание, которое мы с вами нашли. И мне кажется, это неправильно. Мне кажется, это неправильно, поэтому я хочу сделать все сам. Так, я так понял, что к вот этим чувакам не нужно подходить. Но я так думал, когда повышались вот эти вот эффекты по бокам экрана, понимаете? Но теперь оказывается, что нам нужно вовремя найти просто дом. Вон там стоит, видимо, девочка. Давайте попробуем пойти наверх. Как бы нам так это сделать? Давай, шустрее, чувак, шевели своими ножками. Ножками, ножками шевели. Нам нужно просто взять и подойти к ней. Так, проходим дальше. Вот девочка у нас стоит. Давайте перейдем к ней. Не думаю, что нам это очень сильно поможет. Я хотел бы найти сейчас побыстрее дом, в который я зайду, и там начнется вся жесть. Но, видите, я не могу ее найти сейчас так быстро. Очень странно, очень-очень-очень странно. Очень стрёмно, и странно, и стрёмно, и все одновременно. Они подбираются все ближе, ребят. Они подбираются все ближе. И я, честно говоря, думаю, что я не пройду этот уровень. Давай, 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 давай. Кстати, если вы захотите, мы можем пройти на хорошую концовку. Потом я заморочусь, и мы попробуем это все проделать. Но пока у меня в планах этого нет, друзья. Я нашел дом. Я нашел дом, ребят. Я нашел дом. Я нашел дом. Я нашел дом. Давай, 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 давай. Вот сюда. Отличненько. Просто замечательно. Так, ну что, ребят, вот здесь будет происходить вся жесть. Мы как-то дошли до этого места, теперь нужно просто выжить. Надеюсь, что у нас с вами все получится. Мне постоянно снятся кошмары, все время снится один и тот же сон. Что-то о какой-то пропаже, каждый раз я мгновенно забываю его, и хорошо. И хорошо, давай, включайся. Так, я так понимаю, что вот здесь свет нужно выключить в нашей спальне. Выключаем, переходим сюда, поднимаемся. Так, подождите, у него глазки были закрыты. Давайте, наверное, подождем. По идее, должно что-то появиться. Надеюсь, что это будут часы. Нет, ребят, нифига, это не часы. Поэтому посмотрим, что у нас будет здесь. Возможно, здесь мы обнаружим часы. Ждуна, как я его, да, обозвал. Ждем. Да, есть такое дело. Выключаемся. Спускаемся. Вы видели? Там кто-то был. Давай, 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 открывай. Давай, давай. Кто-то здесь впервые, кто-то плачет, ребят, кто-то плачет. Впервые. Что это было? Давай, 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 еще разок. Ты сможешь. Кто здесь плачет? Может быть, это и есть эта маленькая девочка? Класки. Ждун. Так, дальше мы пройти с вами не сможем. Но ничего страшного. Мы просто подождем. Мы просто подождем. Спустись. Еще ждем, ребят, смотрите, глазки еще раз закрыл. Какая-то маленькая локация получается. Почему я так давно сюда не заходил? Хер знает, чувак, почему ты сюда так давно не заходил. Ай, да ладно. Так, что-то происходит внизу. Что-то происходит внизу. Включай, 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 ты сможешь. Такие гости проявляются лишь в темноте, потому что мрак разъедает стены. А-а-а! О-о-о! Тихо, 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 спокойно, спокуха. Ждем. Просто ждем.
Просто ждем. Ну? Что-то здесь, в этой комнате будет. Блин, появилась вот эта тема, ребят. Где ты? Глаз, 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 ребят. Отлично. Отлично. Теперь будешь ты. Глазки, закрытые глазки. Ждем, ребят. Пока вроде бы все достаточно неплохо. Мне так кажется, во всяком случае. Они настоящие, но не такие. Они такие, потому что ты в дреме. Окей, давайте выключим здесь и поднимемся наверх. Мне нужно это сделать. Спокойненько. Блин, депрессивная комната такая, все в красных тонах. Это просто жуткая херня, серьезно, ребят. Это ужасно. Так, жду, нас здесь точно нет. Давайте пойдем в эту сначала комнату. Включай, 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 включай. Давай быстрее, включай. Сыкотно ведь. Жду. О-хо-хо. Так, по-моему, мне нужно туда идти. Слушайте, давайте я, наверное, здесь свет выключу. Пройду сюда на лестницу, а потом пойдем с вами дальше. Какого? Мы прожили. Ребят, мы прожили ночь. Я даже не следил за часами, серьезно. Я думал, что я не проживу этот уровень, но все получилось. Сыграем в дом на краю. Накройте стол так, как накрывают его для поминок. Вместо приборов положите листы бумаги. Закройте глаза и рисуйте круги на каждом листе. Мысленно повторяйте разными голосами. Круглое, круглое. Представляя при этом размеры кругов, рано или поздно вы услышите голос, как будто кто-то произнес эту фразу у вас в голове. Квадратное или нет, не круглое. Выходите из комнаты и закройте за собой дверь. Хорошо. Ребятки, нам совсем чуть-чуть остается, но, наверное, в эту серию мы с вами не уложимся. Поэтому, наверное, будет еще одна. До самой концовочки. Во всяком случае, я на это надеюсь. Ну, вроде бы поднялись. Давайте включаться. Так. О, слушайте, он реально очень жесткий, очень большой, очень огромный, блядь, и страшный. Давайте здесь выключим свет. Если верить приборам, это не галлюцинации. Следы настоящие, но они не мои. Но эти приборы давно уже устарели. И все-таки хорошо тому, кто закончит свой путь со спокойным сердцем. Тяжело встречать смерть, не успев довести дела до конца. Я тебя прекрасно понимаю, чувак. О, дверка открылась у нас. Открылась у нас дверка. Комнатка, комнатка, покажись. Так, давайте пробовать здесь включать свет. Хорошо. Так, глазки. Что с глазками? Глазки он закрывать не хочет. Возможно, нам придется вернуться попозже сюда, когда нам показывают эту комнату. По всей видимости, нам нужно как раз-таки в нее и идти. Вроде бы как, но это не точно. Понимаете, ребят, я до конца не понял, что здесь вообще происходит. Вы слышите этот звук? Вы слышите этот стрёмный, мать его, стук шагов? Это тебе не снится. На самом деле, вот это и есть твой настоящий дом. Я с тобой очень сильно не соглашусь, дружище, кто бы ты ни был. Но я с тобой не согласен. Так, включаем. Давай, 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 включайся. Отлично. Что с глазками? С глазками пока порядок. Они не закрываются. Но от ждуна. Получается, что в этой миссии мы с вами не сможем позвать ждуна. Понимаете, в чем дело? Очень важно, чтобы рассвет застал тебя в восстановленном доме. Свой дом всегда гораздо больше, чем кажется. Так, давайте хоть посмотрим. Блин, эта фигня, она просто мерзкая. Она реально мерзкая, друзья. Давайте спустимся вниз, попробуем здесь включить свет. Ну, видите, в этом доме ничего не происходит. Получается, что мы находимся как будто бы во сне. Не надо. Не надо так со мной. Давай,
Давай, давай, давай, давай, давай. Я все равно, видите, почему-то хожу, включая все эти, все это освещение, потому что, мне кажется, это нужно сделать. Давай, дружище, ты сможешь. Как это долго все происходит, слушайте. Давайте выключаем здесь, спускаемся. Выключаем здесь, спускаемся вниз, естественно. Наверное, выключаем здесь и спускаемся вниз. Давайте попробуем. Давай, 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 давай. Ну, сейчас все равно придется выходить, видите, здесь ничего не происходит. Ты себя запустил, твой дом заколочен, сжат и опустошен. Восстановить его лучше как можно скорее, потому что он уже близко. Кто он? Вот этот чувак? Ну да, наверное, больше речь ни о ком и не идет. Ну, давайте попробуем. По идее, все должно получиться. Быстро мы идти с вами не сможем, ребят. Видимо, нам нужно только вот так вот ножками своими маленьким шажочком пытаться как-то пробираться вперед. И знаете что? Я думаю, что вот этот уровень я точно не пройду. Во всяком случае, не дойду до конца. Но мне бы хотелось девочку бы найти. Но знаете, вот как-то с другими чуваками ты к ним подходишь, они исчезают, когда ты к ним подходишь. А девочка исчезает почему-то раньше, чем когда мы к ней подходим. Это очень странно, поэтому я не выкупаю, что здесь происходит до самого конца. Было бы действительно хорошо, если бы я понимал до конца игрушку. Но на то она такая игра, чтобы, наверное, не понимать, что здесь вообще за хрень происходит. Поднимайся. Так. Нам нужно искать дом. Далеко ли он находится? Вот эти все тропки, они, знаете, очень... Так, девочка, смотрите, есть. Но она все равно ничего не дает. Да, мы нашли дом, ребят. Мы нашли сразу дом. Слушайте, все хорошо, намного раньше, чем предполагалось. Поэтому заходим. Заходим. О. Ну, давайте пытаться. Я так понимаю, что в конце, где нарисована эта дверь и молния, и часы, там будет вообще происходить полная, мать его, жесть. Я надеюсь, что мы все-таки справимся. Ну, хоть даже на плохую концовку, но справимся. Больше нам ничего не остается. Так, сюда я пойти не могу. Открываем двери. Вот теперь-то я точно проснулся. Сейчас время ночного обхода. Нужно пройтись по дому и убедиться, что все на своих местах. Да, дружище, все действительно так и есть. Давай, открывай дверь, и мы будем пытаться с тобой как-то выживать. Оп. Давай, 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 давай. Хорошо. Так, выключаем здесь свет, чисто на всякий случай. Отпечатки босых ног. Земля подсохшая, но сырая. Что это? Я что, в самом деле ходил во сне? В лесу? Этого еще не хватало. Да, чувак, все действительно так. Так, здесь вроде бы никто нас не хочет сожрать. Во всяком случае, пока. Ждем. Снова плач. Ребят, снова этот плач. Он реально действует на нервы. Вспомнил, вот здесь жил кто-то маленький. Чувак, может быть, это ты в детстве? Может такое быть? Мне кажется, что это не исключено. Так, глазки закрыты. Глазки закрыты. Давайте выключим здесь свет и пойдем дальше. Просто пойдем с вами дальше. Очень большая комната. Поэтому, если какие-то монстры будут появляться из-за углов, я смогу свалить. Ребенок? Разве тут был ребенок? А, я не помню. Нет, я не помню, я забыл. Естественно, ни о каких глазах не может быть и речи, поэтому спускаемся. Включаем здесь свет, здесь выключаем, спускаемся вниз. Все это ползет изнутри, а совсем не снаружи. Лесной ужас поселился у меня в доме. Ждем, ребят. Глазки. Вот они, наши глазочки. Что же тут произошло? Что там подсказывает мне, что не стоит в этом копаться? Я с тобой согласен, дружище. О-о-о! О-о-о! Вы видели? Снова стояла эта фигня с ногами. Мерзкими такими. Так, подождите. Снова кровать. Но это другая комната. Я ошибался, не изнутри. Это самые настоящие гости. Я попался в ловушку собственного ума. Нужно было представить их совсем другими. Теперь уже поздно. Наверное, здесь нужно выключить свет. Так.
Ай, твою мать, что ж вы так? Ну, серьезно, ну? Давайте попробуем здесь подождать сначала. Сначала подождем, что здесь будет происходить. Глазки. Горшок появился. Очень вовремя, кстати. Я как раз собирался отложить в него кирпичи, между прочим. Слушайте, давайте, наверное, спустимся вниз сначала. А потом уже пойдем наверх снова. Туда, куда нам показали комнату. Давай, давай, давай. Пофиг, я тебя не слушаю. Жду. Что-то едет. Отлично. Я словно бы наступил на кого-то живого. Ай, да ладно. Беги, 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 беги. Нафиг твои глаза. Включайся, включайся. Свет, включайся. Это ужасно, слушайте. Это просто, мать его, ужасно. Так, давай, давай, давай. Глазки, работайте. Нужно, чтобы появился какой-нибудь ждун. Это не ждун. Но все равно спасибо. Где она ездит? Получается, что мы... Ага, внизу, внизу, ребят. Наверное, вверху тоже. Ай, да ладно, слушай. Кто? Какого хрена? Какого? Это я был только что, только в другом каком-то измерении. Включай, 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 включай. Глаз, твою мать, включай. Блин, у нас время потерялось. Видите, ребят, это очень печально. Так, здесь выключаем свет, поднимаемся наверх. Я прекрасно вас понимаю. Здесь что-то было, ребят. Глаз, глаз, давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Так, ждун, отлично. Просто замечательно. Это ужасно, друзья. Я просто в шоке, серьезно. Я в долбанном, мать его, ужасе. У нас половина, кстати, вот этой молнии заполнена. Понимаете, в чем дело? Это очень, очень, очень плохо, знаете ли. Я прекрасно понимаю, что этого происходить не должно. Так, снова закрылась дверь. Здесь выключаем, спускаемся вниз. Нет! Вот сюда. Нет! Вот сюда. Глаз. Вот я и дома. Так, оно ушло. Вот я, говорит, и дома, слушайте. Нет, чувак, это я дома. Снова нужно наверх идти. Видите, вот таким вот макаром очень-очень долго выживать. Видимо. Давайте бежать наверх, я не против. Давай, 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 дружище, ты сможешь. Этот глаз нужно куда-то убрать. Ну, вроде бы все достаточно неплохо. Выключаем снова свет, спускаемся. Так, теперь спустимся еще ниже. Блин, этот плащ реально просто кошмарит. Он, ребят, дико кошмарит. Он дико кошмарит. Включай, включай, включай. Включай, я тебе говорю, включай, у тебя не... не... Ну что, почему ты меня отвлек? Просто включись. Почему так долго включается свет? Серьезно. Глаза, ждем. Ждем. Слушайте, там сидит... Сидит какая-то девочка, нам нужно к ней пробраться. Подожди. Это точно не ждун. Нам нужно спуститься вниз, да? Нет, 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 чувак, ну ж как ты, зачем?
Зачем ты со мной так поступил? Серьезно, ребят, здесь очень сложный уровень. Дело в том, что наш персонаж, он теперь типа раздваивается. Ну, типа вроде как воспоминание или сон. Параллельная вселенная, может быть. И теперь он ходит за нами. Я проживаю половину ночи и все. Уйти в подвал и продолжить бороться. Или выйти в лес и разом покончить с этим. Не знаю, чувак, я тебе, к сожалению, ничего не подскажу. Но нам нужно выходить, видимо, куда-то в эту дверь. Да, ребят, вероятнее всего, этот уровень я пройти уже не смогу, потому что дальше все сложнее и сложнее. И это очень плохо. Видите, у нас остается половина жизни наверху. Ну, не, это не жизнь, наверное, это какая-то молния. Ну, короче, да, с этим явно есть какие-то проблемы. Ну, я же нажал на тебя. Поднимаемся наверх. Включаем. Давайте пытаться. Давайте попытаемся просто это сделать, получится или нет, вопрос, конечно, на миллион. Если не получится, ребят, ну, значит, вот так вот. Значит, игра так хочет, и я так могу сделать, собственно говоря. Так, глазки у нас закрыты. Снова плачет девочка. В автомате. Вот она. Давай, 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 давай. Она пропадает, слушайте. А что, если я к ней подойду? Мне просто интересно. Где же оно похоронено? Открыто достижение, а теперь не смотри. Где же оно похоронено? Где-то недалеко. Когда я вернулся домой, на кровати была только земля. И еще как-то особенным образом уложены листья. К девочке мы подошли, ребят, но ничего не происходит из-за этого. Мы просто нашли какую-то записку и, собственно говоря, и все. На этом все заканчивается. Давайте подождем. Может быть, появится все-таки жду. Мне кажется, в этой комнате больше нечему появляться. Нифига, есть! Появились какие-то долбанные, мать их, люстры, торшер, еще что-то. Подождите. Глаза. Нужно всегда смотреть за глазами. Нажимаем. Отлично, спускаемся вниз. Спускаемся вниз. О-хо-хо-хо-хо. Нет. Блин, очень неудобно расположена камера. Давай, 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 давай. Слушайте, мы прожили уже 3/4, по идее, мы должны как-то выжить. Других вариантов у нас нет, к сожалению. Подожди. Я иду. Блин, это что-то очень злое. Слушайте, это. Это безумно что-то злое. Снова долбаная, мать ее, кровать. Нет, 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 нет. 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 Она меня достала все-таки, видите? Нужно было не спускаться, нужно было подождать всего лишь навсего. И тогда все было бы у нас хорошо. В общем, ребят, даже если не получится сейчас выжить, будем продолжать тогда в следующий раз. Ну, а как, что делать? Что делать? Ничего не попишешь с этим. Так, нас посылают в эту комнату, я прекрасно понимаю. Давайте сначала включим здесь свет, наверное. Так, глазки. Закрываем глазки и просто ждем. Ждун. Это не ждун. Спускаемся вниз. Спускаемся вниз. Здесь выключаем свет. Идем дальше. Задержись. Горшок. Снова долбанный, мать его, горшок. Поднимайся. Слушайте, мне нужно не сюда. Мне нужно в следующую дверь идти. Давай, 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 давай. Ты сможешь. Горшок, понятно. То есть нам сейчас, наверное, нужно спуститься будет вниз. Давайте попробуем. Мусор из леса, листья, земля, кость. Странно. Согласен, чувак, это очень странно. Нас же сюда послали, да? Давай, 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 давай. Здесь есть шкаф, быстрее наверх. О-хо-хо, слушайте, оно очень большое. И страшное. Знаете что, я не хочу выключать свет, я хочу ходить. Тихо, 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 наверх, нифига. Он просто забыл дорогу домой. Да, чувак, я забыл дорогу домой. Ты и все верно говоришь. Посмотри. Очень, очень стрёмная игрушка, ребят, вот серьезно. Вот видите, оно здесь ходит.
Давай, твою мать, давай! Слушайте, ну... Это ужасно. Я знаю. У меня нет выбора. Девчуля, у меня нет выбора, мне нужно как-то выжить. Попытаться, во всяком случае. Нифига! О, что здесь у нас наверху? Ничего, слушайте. Блин, ну снова, вот, видите, 3/4 мы с вами проживаем и, наверное, скорее всего, подыхаем. То есть здесь мне уже на самом деле сложно, ребят. Я бы хотел, чтобы мы прожили с вами намного дольше, но этого не происходит. Так. Давно уже не так, как... Ждун! Хера, это не ждун, блядь. Спускаемся. Внизу ждун был. Да, внизу ждун, ребят. Оно уже знает, где. Я знаю. Перестань. Давай. Опа, пули. Куда ты пошел? Включи свет. Блин, ребят, ну спускаться вниз реально нецелесообразно. Вот еще один ждун. Давайте ждать. Я бы хотел, чтобы мы здесь с вами... Блин, подождать, может быть. Давайте попробуем подождать. Я прекрасно понимаю, что того ждуна я могу взять. Но, блин, времени остается не так-то уж и много. Ай, да ладно, поднимайся. Знает, где ты. Охереть, вы видели? Ну, доживи, последняя секунда остается. Пожалуйста. Ау. Ты не можешь со мной так поступить. Ты не можешь. Отлично, ребят, мы с вами дожили. Слушайте, 31 минута видоса, и мы прожили еще одну ночь. Я не знаю, к чему это приведет, но ладно, я согласен даже на такой финал. В принципе, меня это устраивает. Мы играем в переселение. Это игра на исполнение желаний. В ней нужно играть так. Если кому-то удалось проснуться за час до рассвета, он должен мысленно объявить себя жильцом. На рассвете жилец становится перед закрытой дверью и говорит: «Время пришло, пора собираться в дорогу». После этих слов дверь должна остаться закрытой. Если не получится, он больше не жилец. Просто замечательно все. Так, ну что, получается, смотрите, не так-то уж и много нам остается до конца. Я не скажу, что это хорошо, я не скажу, что это плохо, но ладно. Меня это, в принципе, все устраивает. Игрушка действительно очень крутая, знаете, играет, блядь, адреналинчик от того, что здесь происходит. Да ладно, оно стало ближе, ребят, оно стало ближе ко мне. Оно совсем над домом нависло. Раньше оно выглядывало из-за гор, потом из-за леса, а теперь оно подошло вообще вплотную. Это просто жесть какая-то. Вы только посмотрите на эту хрень. Но, ребят, я предлагаю сделать это в следующей серии. Я надеюсь, что она будет не менее интересная, чем эта. Если все нравится и вы хотите побольше подобных игрушек, не забывайте ставить большие пальцы вверх. Я в этом очень нуждаюсь. Не забывайте подписываться на канал и на паблик ВК. С вами был Юрий Коц. А пока, мои хорошие, всем до новых встреч и до новых видео. Скоро обязательно увидимся.